Всем здравствуйте, я Галина. В этом видео я хочу показать вам, как правильно сварить яйцо вкрутую, чтобы оно было, поверхность яйца была гладкой, без дефектов, без выемок, чтобы оно очень легко чистилось, чтобы желток был яркий и вкусный, чтобы белок не был резиновым. Как сварить яйца всмятку в мешочек? Поехали! Как мы обычно варим яйца? Достаем мы их из холодильника, ставим их в холодную воду на огонь и варим. Яйца вкрутую приблизительно 10 минут. И другой способ. Яйца комнатной температуры кладем в кипящую воду. Не из холодильника. Вот яйцо, которое варилось одну минуту. Желток сырой и чуть-чуть белок начал сворачиваться, коагулировать. Это яйцо варилось 2 минуты. Здесь уже белок чуть-чуть больше свернулся. Желток все еще сырой. Яйцо, которое варилось 4 минуты. Белок уже почти свернулся и желток начал коагулировать, сворачиваться, очень мягенький. Это яйцо всмятку. Яйцо, которое варилось 5 минут, тоже всмятку. То, которое варилось 7 минут. Видите, уже желток очень мягенький, но он уже почти свернувшийся. Еще не плотный, мягкий. И еще такие яйца называют яйца в мешочек. Я вытаскиваю яйца из кипящей воды и перекладываю их сразу в подготовленную холодную воду. И по возможности, если есть, даже добавляю кубики льда, чтобы она была холоднее. Получается своего рода шокотерапия для яиц. И скорлупа легче очищается. Вот это яйцо, которое варилось, начало вариться с кипящей воды. Оно было комнатной температуры. Давайте посмотрим, как оно очистится и какой будет там желток. Чистится очень хорошо. Скорлупа не прилипла. Вот посмотрите, какое оно гладкое. Поверхность без разрывов. И теперь давайте посмотрим, какое оно в серединке. Режу его пополам. Ну вот, желток яркий, не совсем, не сильно плотный. Это яйцо варилось 13 минут. Давайте посмотрим, как оно очистится. Чистится очень легко. На шкурке не остается. Посмотрим, какое оно в середине. Вот видите, желток уже более плотный, если вам видно, и не такой яркий, как у яиц, которые варились 10 минут. Вот я вам для сравнения показываю. Вот эти варились 10 минут, эти варились 13 минут. Вот это яйцо варилось 15 минут. Эти яйца, которые я опускала, яйца комнатной температуры, которые я опускала в кипящую воду. Разрезаю пополам. Вот посмотрите внимательно. Здесь желток еще более плотный и цвет его бледнее, чем тот, который варился 13 минут. Тем более... более бледный, чем тот, что варился 10 минут. Это яйцо варилось 22 минуты. Давайте посмотрим на желток. Очистилось оно хорошо, но я уверяю вас, что здесь будет желток с верхним темным слоем. Вот, чтобы в этом убедиться, сейчас давайте разрежем. И посмотрим. Вот, видите, вот этот
какого цвета, видите, такой серый, серо-зеленоватый налет. И для того, чтобы сравнить с тем яйцом, с желтком того яйца, которое варилось 10 минут, вот посмотрите на разницу. Видите, желток яйца, который варился 10 минут, намного светлее и ярче, чем этот, который варился 20 минут. И структура этого желтка намного плотнее, он будет как резиновый. Этот же желточек будет мягенький и будет вкуснее, чем тот, который варился больше. Вот это яйцо, которое начало вариться в холодной воде, и я его взяла из холодильника. Давайте посмотрим, как оно будет чиститься. Вот оно уже чистится не так легко. Вот нужно прилагать усилия и отдирать по маленькому кусочку. Отдирается шкурка, скорлупа вместе с белком. Вот. И с трудом, чего не происходит, если яйца комнатной температуры варились в кипящей воде. Это происходит из-за того, что в то время, как белок начинает нагреваться, он расширяется, медленно расширяется и начинает прилипать к скорлупе. Вот, пожалуйста. Это происходит из-за того, что яйцо и сразу из холодильника начало вариться в холодной воде. Желточек яркий, хороший. Единственный недостаток – это вот такие яйца. Если вот на Пасху варить яйца, то, конечно, лучше следовать правилам и ставить яйца в кипящую воду, яйца комнатной температуры. Но в случае, если у вас абсолютно нет времени, то хотя бы подсолите воду, в которую вы кладете яйца, и на случай, если скорлупа треснет, чтобы белок не вылился в воду. Значит, соль не даст белку вылиться в воду. Вывод. Для того, чтобы получить яйцо без изъянов на поверхности с красивым ярким желтком, нужно яйцо комнатной температуры положить в кипящую воду и варить 10, максимум 11 минут. И не забудьте сразу после кипятка положить яйца в холодную воду. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить свой царский лайк и подписывайтесь на канал. Вы узнаете еще много интересного.